Константин Егорович Маковский заслуженно считается создателем в русском искусстве 1870-х новой ориенталистской линии, которая обращалась к экзотике Востока и была популярна в то время в Европе. Стимулом к развитию этого направления послужила поездка художника в Каир в связи с болезнью жены в октябре 1872 года. Впоследствии было совершено еще две поездки в Африку, где Маковский создал многочисленные пейзажные этюды и жанровые сценки, а также портретную галерею изображений арабского населения. По заказу наследника престола, будущего императора Александра III, Маковский начал работу над эскизом картины «Возвращение священного ковра из Мекки в Каир». В этой работе, создавшейся уже в Париже, отразилось влияние современной французской живописи на манеру Маковского. В 1876 году художник выставляет ее в Парижском салоне. Один из двух этюдов к перенесению священного ковра из Мекки в Каир за год до создания самого полотна был приобретен императором Александром II, другой – его сыном, цесаревичем. На самой картине жители города, встречая бурлящую и шумящую толпу, свешиваются с вычурных балконов, высовываются из распахнутых окон. Резные узоры и яркие краски архитектурных деталей словно вторят пестрым, развивающимся складкам халатов. Сюжетом картины послужила древняя мусульманская традиция. Священный ковер Кисва, религиозная святыня мусульман, предназначен для облачения главного святилища Кааба в Мекке. Ежегодно лучшие мастера Египта ткали и вышивали священный ковер для перенесения его в Мекку. Ковер помещали в специальное сооружение Махмаль, водружали на верблюда и в сопровождении торжественной процессии паломников и верующих караван шествовал по улицам Каира, направляясь в Мекку. По окончании хаджа верующие получали небольшие части ковра и увозили их с собой в разные концы мусульманского мира. При возвращении паломников в Каир их встречала праздничная толпа горожан. Ритуал встречи был связан не с ковром, а с возвращением самих паломников и Махмаля, который почитался за священный предмет. Маковский был в Каире несколько раз и мог наблюдать процессии паломников, как направляющихся в Мекку, так и возвращающихся обратно. Поскольку авторское название картины говорит о перенесении священного ковра, то процессия может направляться только из Каира в Мекку. Первоначальный вариант возвращения священного ковра из Мекки в Каир 1875 года в Государственной картинной галерее Армении Ереван. Два эскиза под тем же названием в Государственной Третьяковской галерее. Этюд «Дервиш» в Государственном русском музее.